В Большой Московской улице сегодня прошел митинг в знак солидарности с Муаммаром Каддафи. Участники акции убеждены, развернутая журналистами кампания о войне в Ливии очерняет имя полковника. Активисты раздавали листовки с информацией о реальной, по их мнению, ситуации в этой стране, а также скандировали лозунги в защиту Каддафи и ливийского народа. Африка! Ливия! Муаммар! Африка! Ливия! Муаммар! Только ливийский народ может решить, кто легитимен, а кто нет. Сегодня Запад заявляет, что Каддафи нелегитимен. А как они это выяснили? Они провели референдум, выборы. Каддафи сразу сказал: пожалуйста, вы считаете, что я должен уйти? Я не против. Давайте проведем референдум, и народ решит. Народ Ливии решит. Уйти мне, я уйду. Остаться, я останусь. Но Запад не пошел на это. На митинге людей собралось немного, около 20 человек, однако инициаторы говорят, что в благосфере огромное количество людей придерживается мнения, что Запад ведет агрессивную политику в Ливии, отнюдь не из целей защиты мирных жителей, а для покорения очередной страны в угоду западной цивилизации.